Я Сергей Левицкий, художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева, присоединяюсь к акции солидарности с Алексеем Малобродским, бывшим директором театра Гоголь Центр. Я хочу отметить, что я не знаком лично с этим человеком, я уж тем более не осведомлен о каких-то финансовых сторонах театра и седьмой студии на тот период, и тем не менее, мне совершенно очевидно, что этот человек содержится по за решеткой по абсолютно надуманному, абсурдному обвинению в якобы растрате 2 миллионов рублей, которые должны были предназначаться для постановки спектакля «Сон в летнюю ночь». Несмотря на то, что у следствия нет никаких доказательств вины этого человека, их попросту нет, апеллируют они одним якобы доказательством, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не состоялся, что он не вышел, что его нет. Это, конечно, абсурдно и парадокс. Мало того, что спектакль существует и до сих пор идет в репертуаре Гоголь-центра, спектакль имеет массу театральных рецензий, отзывов. Спектакль был номинирован на «Золотую маску», спектакль участвовал во многих театральных фестивалях. В конце концов, его увидели тысячи людей своими собственными глазами. Все это не является аргументацией для следствие. Все это называют какой-то фикцией. Вот, казалось бы, просто невозможно поверить, что это какое-то либо надсмехательство, либо какая-то тяжелая форма шизофрении. Однако следствие утверждает, что спектаклей нет, не было, и деньги на его постановку якобы были похищены. Несмотря на даже реакцию театрального сообщества, многие театральные деятели, маститые режиссеры, Александр Александрович Калягин, председатель Союза театральных деятелей, выступили в защиту Алексея Малобородского и просили следственные органы отпустить из-под стражи Алексея Малобородского. Не увенчались успехом, и следствие стоит на своем. От этого парадокса, от абсурдности происходящего у меня складывается впечатление, что цель всего происходящего – это бросить тень на один из ведущих театров России, Гоголь-центр, театр, в котором не боятся высказывать свою гражданскую позицию через художественные формы, и с тем, чтобы дискредитировать в целом все думающее, неравнодушное и прогрессивное театральное сообщество. Это такая акция устрашения, и поэтому это касается всех нас. Это касается всех нас. Поэтому я призываю следственные органы услышать тех людей, которые выступают в поддержку Алексея Малобродского, отпустить его из-под стражи и провести тщательное, справедливое, объективное и всестороннее расследование. Завтра, 28 июня, во многих театрах нашей страны пройдет акция солидарности театров и людей, где на сцены своих театров перед спектаклем выйдет руководство театра и обратится к зрителям со словами поддержки человеческой, профессиональной, к своему коллеге Алексею Малобродскому. К сожалению, театр имени Бестужева закрыл театральный сезон, поэтому мы не сможем присоединиться к этой акции. Но как оказалось, даже если бы мы не закрыли театральный сезон, мы бы тоже не смогли провести подобную акцию, поскольку часть наших коллег, к несчастью, не разделяют наших позиций. Поэтому это видеообращение лично от меня и от части работников, сотрудников театра имени Бестужева.